Внимание! Все денежные вклады вы делаете сами на свой страх и риск. Всем здорово! Это новая криптошпилка Chainers Farm. В общем, тут все очень просто. Регистрируйтесь по ссылочке. Попадаете на такую вот страничку. Советую еще по QR-коду, там вам предложат перейти и зарегистрировать эту штуку на телефон, чтобы дали больше всяких плюшек. Но если не хотите, так не хотите. Можно играть как из компа, так и с телефона. Регистрация простая, обычная, там разберетесь вообще. То ли через Google, то ли через Twitter бывший. Короче, если у кого не заходит, то естественно сразу юзаем VPN, ну VPN, а потом уже, так скажем, прыгаем с балкона и кричим, что у меня не выходит. Сначала юзайте VPN. И переходим сюда. Тут будет куча плюшек. Типа фришный, как это называется, пакет, где вам предложат его открыть. Естественно, вы его открываете и получаете какие-то там семена, какие-то там бонусы для старта. Потом переходите в свою ферму. И... естественно, все это сажаете. У вас тут будет одна или две или три или сколько клумб, в зависимости от рандома. Так, подходите к этому автомату или здесь можете открывать вот фришную штуку, вот эту вот. Это бустер, здесь может попасться все что угодно. Или клумбы эти, куда сажать, или семена, топовые или не топовые, неважно. И, в общем, раз в день, как видите, по таймеру заходим, и вот это вот все выпадает. Если хотите быриком все, то, естественно, можно донатнуть. Донатить можно через все, что, где есть крипта вообще. Metamask, там не Metamask, пофиг вообще. Или собираем местную вот валюту, типа как картошка, или как она там называется, вообще без понятия. И за вот эту вот картошку можно открывать, попытать счастье. Еще может выпадет клумба, может семена. Ну давайте вот сейчас, если у вас, допустим, не хватает этой вот штуки, картохи или как она там называется, переходим в этот, в каталог. Тут у вас будут все шмотки, которые там вам выпадали из этих боксов. Можете переодеть своего додика или можете сплавить вот эти вот штуки на вот эту вот фрай. Допустим, сейчас можем, как это называется, эту вот штуку выкинуть нафиг. Так, как оно хотя бы тут делается? А, можно типа recycle, типа, я так понимаю, эта штука переработается и за это дадут 10 вот этих вот фришек. Так, sell, и можно еще, ну, еще вот эту вот шапочку идиота с вентилятором. Как раз мне... А, нет, надо еще что-то. Ну, еще давайте вот это вот. 30 как раз этих фраев. Как раз будет 250, и мы сможем открыть этот долбанный боксик шаровой. Ну, как шаровой, полушаровой. Также здесь есть, сейчас вам все это расскажу, две крипты. Одна из них еще не вышла на биржу, а вторая, естественно, вам всем знакома, это Polygon Matic. Так, ладно, переходим опять на нашу ферму. Чтобы открыть эту хрень. Так, где оно, где оно? Так, вот оно. Открываем. Тут может попасться все что угодно. Видите? Процессинг. Давай. Давай, давай. Так, бах, что нам выпадает? Нам выпадают семена зеленые, 6 штук, нормально. Кал, наверное, я не знаю. И, о, золотое, 6 семян. Что это, тюльпан, походу. Ну, прикольно, что, нормально. Посадим в следующий раз тюльпаны. Сейчас у меня какая-то там капуста растет. Можно, кстати, ее полить, есть такая штука. Она тоже мне выпала, я так понимаю, сразу поливаешь, минус 50% времени ждать. Ну и вот и стало типа 15 минут надо ждать. Видите? Ну ладно.
пускай он тут поливается. Еще 15 минут мы по-любому ждать не будем. Но я уже вырастил какие-то там семена пшеницы и продал их. Можно продавать за вот этот CFB. Я продал их за полигон Matic. Мне дали за вот этих двое семян 1 лям 260 тысяч сатошей полигона Matic. В общем, в принципе, тут зарабатывать можно. Чем больше клумб, чем больше вы сеете, тем больше вы собираете этих семян. Тут их можно стакать, даже клумбы можно стейкать. Но это все в будущем, когда у вас будет триллион клумб. Вот здесь вот. Тогда уже можно заниматься этим, как это называется, аграрным бизнесом. Все стейкать, все выращивать и т.д. и т.п. Также здесь есть игра. Можно раз в день ее или сколько там раз проходить. Вот она, это наша ферма, а вот это вот игра. Сейчас будет первый запуск, я не знаю, что меня ждет. Если я проиграю, то чур меня носками не кидаться. Так, ВАСД, звук мы, не знаю, пофиг. А, надо типа отстреливаться от додиков. Или что? А, вот так вот. Так, дают какие-то картохи. О, тут картохи можно зарабатывать. О, нормально. То есть мне надо заработать картох. Какие-то лавочки меня атакуют. Вот, ТНТ-ху если берешь, то, я так понимаю, все сразу взрываются. Ну, в принципе, играть можно. Какая-то херня вечно. Интересно. Ну, если я сейчас 500 картох, типа, заберу, то это будет круто. Это, типа, я что, могу сразу два этих сундука открыть. Это прикольно. Так, жизнь берем. Я так понимаю, здесь не на время. Не хотелось бы на время. Потому что если на время, это жопа в мыле, я такое не люблю. Ну все, супер пушка кончилась. ТНТ, нормально. Берем картоху. О, супер пуха. Какой-то подсолнух меня атакует. Снеговики, подсолнухи. Чё за бред? Бред сумасшедшего. Так, телевизор. Кусты всякие, холодильники. Какая-то красная фигня. Мороженка или что это? Топи-топ. Ну да, в принципе, здесь так, на реакцию. Главное не затупить. И можно типа... Ух, ёлы-палы. Что-то вот здесь овер дофига. Дайте мне ТНТ-ху, срочно. Меня окружают. ТНТ-ху заюзал по-дебильному. Ну, благо, эта пушка топовая часто выпадает. Так, идите нафиг, что-то сильно дофига. Ой-о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 й, сейчас я, кажись, просру. Что-то вас, слышите, чуваки и чувихи, я так не договаривался, вас просто мега жир тут, короче. А, тут типа, сколько я продержусь? А, капец, я уже насобирал больше, чем 500. Слушайте, так я сейчас... собираемся. Так, ладно. Ювин. Так, ладно, давайте, что мне дадут? Клайм. Все, что ли? Я не понял. Мне что, 15 картошечки за это всего дали? Что за бред? Да, и видите, нужно ждать триллиард часов. Что-то я не понял. Типа, вот здесь можно выиграть, короче. Ну, я выиграл самый кал, 15 штучек. Ну, как всегда, что и следовало ожидать. Так, шары не будет, в общем.
Ну и, наверное, все. В принципе, показал все. Че, идите, тусуйтесь, растите, выращивайте, зарабатывайте, продавайте семена вот у этого чувака или вот в этих вот. Ну и ждите, может быть, вот это вот скоро выйдет на биржу. Это уже по-любому на всех биржах есть этот полигон. Зарабатывайте картошечку, выращивайте, как я уже говорил. Тут можно, я так понимаю, вот еще вот эта вот штука. Видите, соединять две голимых, как у меня, соединить можно в зеленую. Я так понимаю, там быстрее выращивать будет или какие-то семена качественные будут. Ну, чтобы соединить, нужно 50 картохи. Потом здесь соединяете, здесь надо две зеленых. Ну, вы поняли, короче, как оно все работает. Как в этом, в роллер-коине майнера. Ну и так же самое, и можно семена соединять, и что-то там... Что-то там будет, короче. Это уже, знаете, разбираться можно долго и нудно. Для начала, в принципе, я думаю, инфы вам хватит. Чё, как, к чему первое вырастить, продать и заработать, типа, первый полигон матик. В общем, игруха супер. Что-то как-то там я читал в этом... Ну, оно же основано на этом полигоне долбанном. И, типа, оно одобрено этой всей фигнёй полигон. Там... Все радовались, все подтверждали, что это супер-мега шпилка, короче говоря, в принципе, здесь вроде бы без скама. Так что я думаю, это игра в долгую, типа как Roller Coin, только на ферме. В общем, для тех, кто любит такие вот штуки, заработок в долгую и хочет типа ворваться не в последний, а в первый вагон, то в принципе можно начинать. Все зависит только от вашего везения, сколько вам выпадет вот этих вот клумб. Тут от количества этих клумб, куда все это сажать, зависит ваш заработок. Потому что чем быстрее вы их прокачаете там до какого-то значения, чем больше их у вас будет вообще, тем быстрее вы будете выращивать. Ну и, естественно, сдавать эти долбанные семена и зарабатывать. В общем, как-то так. Так что ссылки в описании, переходите, регистрируйтесь. Напоминаю, можно хоть с телефона, хоть с компа. Если не заходит, юзаем VPN. Только тогда материмся, что вы рокожоп. Ну и всем удачи, пока-пока, до новых встреч и, конечно же, поменьше скама, друзья.